целое поле пушистиков. Ветер дует, раздувает семена. Оу-оу-оу. Иду на речку. Ой, сейчас собака начнет лаять, ворчать. А что сделаешь? Ничего не поделаешь. Такая у нее работа. Иду на речку, чтобы сфотографировать красиво. О, уже ворчит. Иду на речку, чтобы сфотографировать красивых бабочек. Ладно, что сделаешь? Еще роса на траве. Ой, что-то моих бабочек не видно. С березы семена осыпаются. Осень приближается. Ворчливая какая. Ой, какие пушистики. А, вот. Одну бабочку вижу. Сидит на валерьяне. Где-то там вообще было много-много бабочек сейчас. Доберусь до него. А, вот они. Главное не спугнуть красоту такую. Ой, как красиво. Много-много. Шепчу, как будто они слышат. Так. Вот они сидят. Красотули. Надо же, их привлекают цветы валерьяны. О, рыбка плещется возле самого берега. А, вон я тоже еще вижу. Вон. На той валерьяне много-много, которые на солнышке. Сейчас дойду. Лишь бы не улетели. А, здесь уже другой. Мамочки, чуть не упала в речку. Здесь уже другие бабочки. Вот их сколько много. О, здесь крапива, оказывается. Сколько много бабочек на цветах валерьяны. Наверное, им нравится этот запах. Вблизи показываю бабочки. Много-много на каждом цветочке. А на некоторых прям по два, по две, по три бабочки. Смелые, не улетают. У меня телефон близко-близко.
Интересно, это на них так цветы действуют, что они такие смелые. Так, какая машина мне больше подходит? Вот это или вот это? Сегодня в гостях опять у подруги, и мы шутим насчет машин. Какая мне больше подходит? Вот эта машина или вот это? У нее два трактора. Мальчишки у нее работают на тракторе. Ой, сегодня встретились с нашей подругой, которую не видели очень-очень много лет. Она приехала в гости. Ну, что сказать? Мы повзрослели. Ну, пока еще можно узнать нас. Через несколько лет бы точно, наверное, уже друг друга не узнали бы. Погода великолепная. Ходим по владениям дачи, знакомимся с ее садом, огородом. Хорошего всем дня, вечера. Берегите друг друга. Ой, у меня девчонки заболели. Переживаю за них. Ну, думаю, все будет хорошо. Надеюсь. Вот так. Поэтому берегите себя. Вот. Хороший вечер. Какой большой, большой. Ой, мамочки. Вот подошла, забыла. Боярышник, по-моему, это. Или это не боярышник, а черноплодная рябина. Тоже похоже, культивированная. Так, что там в огороде осталось? Завтра предстоит рабочий день. Будем мариновать огурцы. Хорошо бы, если бы еще одна подружка осталась. Втроем веселей. О, все, клубнику уже убрали. Здесь у нас. Здесь у нее капуста. Ой, а что с помидорками? Ой-ой-ой, что это с ними? Ну надо же. В этом году как бедненькие помидорчики. Ой, все. Ребята, уже осень. Вон, астрочки уже зацвели. Какие симпатичные гладиолусы. Люблю такой сорт. Кудрявый. Ну, я не знаю, как называется. Для меня он кучерявый. Ну что? Вот и осень. Цветут гладиолусы. Зацветают астры. Все. Осень. Хотела бабочку поймать. Не поймала. Какие сливы красивые. Вот они. Какие бабочки красивые тут тоже летают.
Моя любимая лаванда. Облепиха зреет. Ой, красиво. Хозяйка ходит, рассказывает о яблочках. Ух ты, как подросли. Какие большие уже. Вот эти очень вкусные яблочки. Я жду, когда они поспеют. Я даже сказала, что специально не уезжаю, чтобы их попробовать. Ну, шутка, конечно. А может и нет. Ой, красота. Столько много разновидностей. Яблоки вот-вот уже созреют. О, угощают. С ума сойти. Я не поняла. А мне что? А, ты я вот эти фильмы, ты у него лайк. А фильмы это у него лайк. Весь свой рак, на упрек, что вот так, вот так. Алдес. Скатись, ты бишь, нет. О, урвала яблочко. Выбросила. А винни варта под эйс, не вайк мазгат. Ну, не вайк мазгат. Es nevaru. Es nomasku. Te ir Latvija. Te nav... Nu, es saprotu, bet tu tā stāsti, ka visi indē un visi kaut ko. Es ēdu, Maira ēdu. Es pēc 20 minūtēm uz jums paskatīšos. Ēdiet, ēdiet. O? O, kākie karasīvi. A čo tu... Jābučka ližīt. Спортилась, что ли? Точно. Сейчас. Сейчас спрошу. Ой, вот эти красные тоже скайсты. Сейчас я спрошу. Да, це, а шитис, кад вайна, шита мабула, капец винчу земис бей. Ко? Капец винчу земис бей. Ну, капец, ка вини бирст, лост, ка меня бирст. Салц? Тас нау салц, тас ир шчирни салцас агра, виня ир пагаршо, винис така скайтас паши пи... А, парейс, тё тач байли. Винис скайтас паши пирмие. Bet viņi nav saldi. Tas ir atvasara rudens šķirni. A šitie? A esi slatkie? Nē. Tu žiņi? Salskā bija. Žēlus tā? Es jau tik kūnā arī skatos. O, ačiņi krasīvi. Savas rudens sāboli. Bet tik viņas ir vecas, ir tā sābels. Šitas dāši desmitajā gadā sklādīja. Nu, krasīvi vāpši. Vietečki lamājūtsa. Ой, как красиво. Вот это какое вообще. Lai ūdens netiek maņā. Pagrabos ūdens. Gūdri, gūdri. Rasskazavējot muravējnikah, katuri strūjot muravī, kādā očin daždļīvī gūt. Ani visokimi strūjot ih, štub vada nepapadāla. Ai, kakī jāblīgi.
Да. Как я люблю яблоки. Какое яблочко. Вон, очень красиво. Сколько яблок. Видно, не видно? Не видно. Встала, хотела показать, как я выгляжу в яблоках. А их не видно. Ну-ка. А на эту сторону. Вот, видно. Ах, как красиво. Воздух такой. Вот эти яблочки, они осенние. А, хозяйка сказала, что со вкусом ананаса. Вообще такие ни разу не пробовала. Tas ir blakus efekts. Ja jau tik tā varētu uz balkonu sēdēt visu laiku. Bet tas ir tomēr tā vērts, jo pēc tam, kad tu tiec uz tā balkonu sēdi, tad no tā, ka... O, šī vilki. Kaifu. Bet tomēr nav tik skaisti. Es jau, kas iedzers, ka pēle mēs džās. Liekas, ka viņš ir aks, pat var redzēt, ka viņš... Viņš savā arī. Tas ir malums. Tas ir divkārt pilnāks. Tā ir tiekam nav vienīgi augsts. Pārāk vienā malums. Jā, jā, bet. Mums jāsāk vizdoties. Mums jāsāk, jā. Nu, vēl jau nav tuš. Viņš vēl nav. Kakā? Jā, ir gojām, bet rītas jau tos augšanas darba dienu. Kāda darba diena? Darbdien. Kāpēc man arī liekas, ka šodien piekdien? Man taču pašai arī atceļā. Nu. Man jau zvanīs telefons. Zināšu, pamēģinu, jo man nevar redzēt. Bet kā Такая грандиозная луна, а я не могу ее сфотографировать. Прям ужас какой-то. Давно я такую луну не видела. Так красиво. Это нечто.